Добрый день, уважаемые коллеги. Как хорошо меня слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если слышите меня хорошо. Прекрасно. Ну что ж, коллеги, мы сегодня продолжаем наш цикл вебинаров от компании Директ-медиа. И сегодня снова перед нами будет выступать Дмитрий Кречман, заместитель генерального директора компании Гиперметод. Перед тем, как передать слово Дмитрию, я хотел бы, как всегда, сделать пару вступительных слов. Во-первых, рассказать вам о том, что нас ожидает в ближайшем будущем. Если кто из вас не вошел, не видел первого экрана, пожалуйста, отмотайте, пожалуйста, чат на самое начало, и вы увидите там две полезные ссылочки. Первая ссылка – это ссылка на расписание наших вебинаров. Это интерактивное расписание, в котором можно как зарегистрироваться на все наши вебинары, которые намечаются вплоть до середины июня текущего года, так и посмотреть все записи вебинаров, которые уже прошли. И вторая ссылка – это ссылка на наш учебный видеоканал на YouTube. На нем можно посмотреть вообще все вебинары, которые мы проводили, а также ряд учебных роликов и роликов записи с наших конференций и так далее. Вот, я вам предлагаю на наш канал подписаться. Думаю, что это будет для вас полезным. Ну и я хотел бы представить вам наш пятничный вебинар послезавтрашний. Тема и спикер и ссылка на регистрацию, вот она в чате. Можете воспользоваться этой ссылкой для записи. Название использования ЭБС библиошкола в современной информационно-образовательной среде школы. Спикер Юлия Долбилова. Как всегда, в окошке «Ресурсы» можно скачать нашу сегодняшнюю презентацию Дмитрия. И последнее, что я хотел бы сказать, все, кто присутствует на сегодняшнем вебинаре, получат электронные сертификаты об участии в вебинаре. На вашу почту придет ссылка. По этой ссылке вам надо будет перейти и зарегистрироваться на нашем портале. И после этого вам откроется ссылка на ваш именной цветной сертификат, который можно распечатать на цветном принтере и при желании повесить над собой. Ну и последнее, что... Чтобы Дмитрий особенно в чате не искал ваши вопросы, просьба вопросы задавать во вкладочке «Вопросы», тогда будет спикеру удобнее на них отвечать. Ну вот, собственно, и все мое вводное слово, которое я хотел вам сообщить, все то, что я хотел вам сообщить. Я тогда передаю слово Дмитрию. Сам остаюсь в чате, и если у вас будут вопросы по ходу ведения или по технологии, или что-то у вас будет не получаться, я буду готов поддержать Дмитрия в чате. Вот, так что всего хорошего, передаю слово Дмитрию Кречману. Спасибо, Павел. Добрый день, коллеги. Добрый день, особенно те, с кем мы уже виделись примерно месяц назад. Надеюсь, что и в этот раз я расскажу что-то новое, что окажется, возможно, окажется для вас полезным. Но для того, чтобы было понятно, что я сегодня рассказываю, отчасти, от небольшой части мне придется кое-что повторить из прошлого вебинара, но я не думаю, что это будет как-то очень вас расстраивать. Итак, вы сегодня посетили мероприятие наше виртуальное, которое посвящено такому ключевому термину, как Tin Can, который относительно недавно используется среди спектра технологий дистанционного обучения. И вообще-то, ну, с английского Tin Can переводится как просто консервная банка, и даже логотип тинкановский, он, вот, собственно говоря, в виде консервной баночки такой и существует. Ну, полное название Tin Can API, аббревиатура от слов Application Program Interface, то есть программный интерфейс, который применяется для чего мы сегодня это рассмотрим, в спектре технологий дистанционного обучения, и он является одной из таких ключевых на текущий момент времени технологий. Как же и что же использовать вот в этой области, расскажу. Ну, вот хотел бы обратить ваше внимание на начальный слайд. Мне кажется, если мы... Вот там следующий будет про ретроспективу технологий различных и спецификаций дистанционного обучения. Но вот еще до всяких скормов и тинканов, естественно, появились некие мобильные технологии. И вот пример замечательный, да, гайдаевской короткометражки. Здесь я пытался напомнить, что, собственно говоря, вот это и есть родина мобильных технологий. Родина мобильных технологий – это наша страна, как вы видите из этого слайда, это на 100% следует. Но 60%, которые обозначены в начале слайда, это результаты опроса по предыдущему вебинару. Я просто тоже хотел их напомнить, что там 59 с чем-то процентов участников предыдущего вебинара посчитали, поскольку здесь аудитория в основном представлена вузовская, посчитали, что электронные курсы должны работать на смартфонах и планшетах. И вот это одна из отправных точек нашего сегодняшнего рассуждения, демонстрации, по той простой причине, что у этих устройств есть некие особенности. Особенности, про которые мы чуть сегодня тоже поговорим, которые не позволяют в чистом виде использовать, например, SCORM для взаимодействия в полном объеме, для взаимодействия в рамках образовательного процесса. Вот, собственно говоря, про это и будем рассказывать. Ну, давайте пойдем дальше. Ну, первое, для тех, кто не знает, компания наша называется Гиперметод. Я в данном случае заместитель директора и нахожусь достаточно далеко от вас всех или от большинства из вас всех, и даже не в центре нашей родины, в городе Москве, а в Петербурге. Здесь и расположена наша компания. Но те решения, которые мы в области дистанционного обучения реализуем в разных проектах, они спектр их применения очень велик по всей стране практически. Это и крупнейшие федеральные университеты, такие как Уральский федеральный университет, Московский государственный строительный университет, Нижегородский государственный технический университет. Это все организации, где используется наша система электронного обучения. Это и ряд крупных и средних промышленных предприятий, коммерческих предприятий, Российская гидрометеорологическая служба, отраслевая система подготовки кадров, люди, подготовленные на базе наших технологий, летают выше всех, а именно они являются пилотами самолетов, таких как МС-21, Су-30, Як-130, ныряют глубже всех в военно-морском флоте, потому что на базе наших технологий построена система подготовки экипажей атомных подводных лодок. Ну, в общем, вот представляете, да, спектр применение их достаточно высок. Но мы вот сегодня коснемся маленькой толики из всего того, что применяется, а именно спецификации. Даже, в общем-то, стандартом, наверное, в терминах нашего государства это особо формально назвать нельзя, потому что ГОСТа по SCORM или Tin Can не существует, поэтому, возможно, правильнее было бы использовать термин спецификация, международная спецификация. Ну, вот хотел просто вам напомнить, что какие основные, их на самом деле гораздо больше, но тем не менее, какие основные были, существуют спецификации, которые определяют что-либо в сфере электронного обучения. Но одна из первых спецификаций – это спецификация под названием AICC. Она появилась в сфере авиаиндустрии, то есть производства самолетов, потому что там как бы это одна из первых отраслей, где вообще появилось электронное обучение. Не буду держать, что первая, но одна из первых. Почему? Потому что, понятное дело, обучать летчиков с помощью тренажеров, к примеру, да, и там работать с какими-то техническими устройствами, параметрами такого сложного устройства, как самолет, в общем-то, лучше, конечно, не вживую, на начальном, по крайней мере, этапе, а с помощью вот электронных средств. И буковка A в самом начале, это как раз от aviation, industry, ну и так далее. Это было еще давно, в том веке. В том же, в конце прошлого века также появилась спецификация SCORM. Да, и, прошу прощения, AICC обеспечивал обмен данными между вот этой программой, тренажером, грубо говоря, и системой управления обучением. Но по мере того, как процесс внедрения электронного обучения расширялся, углублялся и переносился в ну, совершенно другие отраслевые кластеры, по мере этого появилась необходимость в унификации требований к содержанию электронного учебного курса, а не только там какого-то тренажера. С точки зрения формата его представления, так чтобы LMS-система понимала хорошо, что из каких разделов он состоит, да, чтобы она могла адресовать к тем или иным компонентам этого электронного учебного курса, и сама система электронного обучения. А также для того, чтобы электронный учебный курс, как и в предыдущем случае, умел передавать результаты, промежуточные или итоговые результаты обучения, ну, например, прохождения тестирования, саму LMS-систему. И третье, для того, чтобы эта унификация привела к тому, что возможно использовать различные совершенно средства как разработки учебных курсов, так и системы электронного обучения, которые в принципе сопрягаются друг с другом через как раз эту спецификацию SCORM. Она достаточно долго существовала и существует до сих пор, и это наиболее популярная спецификация в области систем электронного обучения на текущий момент времени таковой и является. Там были разные версии, SCORM 1.2, SCORM 2004, еще куча дочерних спецификаций, типа там, по метаданным, по тестам и так далее, но для нас с вами сегодня это может быть не так интересно. И вот не так давно, ну как несколько лет назад, да, там в пределах 6 или 7 лет назад, появилась новая спецификация под названием Tin Can API. При этом, если SCORM рассматривал и определял, как должно быть устроено содержание учебного курса, то есть из каких разделов, кусочков, файлов он состоит этот учебный курс, то Tin Can совершенно не касается этого вопроса. Если SCORM это спецификация, состоящая из нескольких книжек, то Tin Can API это спецификация, состоящая из нескольких всего лишь страничек. Вот принципиальная разница. И необходимость ее введения была продиктована во многом изменяющейся IT-инфраструктурой. Дело в том, что помимо интернета появилось большое количество разнообразных устройств, про которые мы чуть попозже поговорим, со своими требованиями, в которых не могла быть реализована полностью парадигма электронного обучения, опирающаяся исключительно на SCORM. Ну и для полноты истории скажу, что на текущий момент времени есть продолжение вот этой линейки Tin Can API, которая называется CMI5, которая объединяет в себе достоинства и преимущества SCORM и Tin Can. Ну, про это мы тоже поговорим чуть попозже. Итак, ключевым понятием Tin Can является так называемое хранилище результатов. Как я уже сказал, Tin Can не определяет структуру содержания учебного материала. Почему? Потому что одна из задач – это хранить результаты обучения по множеству активностей, которые происходят в учебном процессе. А активности действительно разнообразны. Там студенты или слушатели проходят обучение в компьютерных классах, на планшетах, на смартфонах, как мы выяснили, 60%. Учебная активность из аудитории никуда не исчезла, она и там проходит в аудиториях. Но более того, появилось достаточно большое количество программных и программно-аппаратных тренажеров, по работе с оборудованием. Ну вот, например, там наша система электронного обучения, например, интегрирована с одним из, в ряде организаций, с иногда с тренажерами, а иногда с полноценным оборудованием, к которому осуществляется удаленный доступ. И все результаты обучения, все активности, которые происходят в учебном процессе при использовании такого рода устройств, их необходимо все-таки как-то обрабатывать и анализировать. Каким образом анализировать спецификации, Tin Can не определяет. Но каким образом их собирать и где собирать, вот это да, это определяет спецификация Tin Can. Вот этим местом сбора всех активностей по конкретному пользователю и конкретному объекту учебному, будь то тренажер или учебный курс, вот все эти результаты, они хранятся в LRS, в хранилище результатов обучения, там Learning Record Store. И уже это некий такой новый концепт, он заметно отличается от LMS-системы, системы управления обучением, где вы как угодно, в принципе, вы могли хранить результаты обучения. Важно, что SCORM вам просто отдавал эти результаты, а LMS где-то у себя там в базе данных это хранило. На текущий момент времени большинство систем, LMS-систем, поддерживающих Tin Can, имеют внутри себя и компоненту, связанную с LRS. Ну и в том числе и наши продукты, Learning Server, ну и множество других. Но еще раз подчеркну, что суть LRS в том, что она может существовать независимо. И примеры такие есть, чуть попозже тоже дам ссылочки. Создав учебный курс или тренажер, или любую программу, которая поддерживает технологию Tin Can, вы можете, она, эта программа, может отправлять автоматически результаты учебной активности в это LRS-хранилище, может быть, возможно, бесплатное. А вы туда будете, как автор, разработчик этой программы, туда будете иметь доступ и сможете по своим пользователям, по своей программе, там, соответствующим образом зарегистрировавшись, собирать данные по изучению, по работе вот с вашим учебным объектом. Да, извините, задумался, замкнулся. Вот таким образом. Когда же полезен Tin Can для нас с вами? Ну, таких ситуаций, то есть тогда, когда SCORM априори проигрывает. Ну, первое, тогда, когда нет доступа в интернет. Да, вы взяли, хотя, правда, сейчас и в самолетах, и раньше обычно всегда приводили пример с самолетами, но в последнее время и в самолетах появился интернет, уж не считая там поездов. Но тем не менее, тогда, когда нет доступа в интернет. Это может быть закрытое, аттестованное помещение, это может быть подвал, да, куда там не достает Wi-Fi или сотовый оператор. Ну, опять же, те же самые самолеты и прочие разные вещи. А проходить обучение нужно непрерывно. И вот в этом случае... В том случае, если учебный курс или тренажер выполнен в соответствующей спецификации, унифицирована передача результатов обучения в тот момент времени, когда появляется доступ в интернет, вот как раз в это LRS-хранилище, где они уже там в дальнейшем могут неким образом обрабатываться. Второй пример, ну я уже его озвучил, но тем не менее повторюсь, это тогда, когда вы используете в рамках учебной активности не, например, электронный курс с тестами, где все понятно, там набрал человек какое-то количество баллов или процентов, и там завершил тест, прошел его или не прошел, или какой-то там дифференцированный результат, не суть важно, но важно то, что там все более-менее понятно. А какие-то другие виды активности, где нет процента прохождения, например, да, или оценивание действий, там, и умений или знаний слушателя, это далеко не скаляр, а некий вектор, притом атрибутированный, тогда, когда вы там оцениваете там скорость, например, да, решения задачи или выполнения каких-то действий, там правильность хода мыслей и так далее. То есть тогда, когда семантика оценки, она гораздо более насыщена, чем по отношению там, к пятерке, двойке, тройке там, или процентам, набранным за тест. Вот тогда тоже Tin Can вполне с этой задачей справляется. Третье, и пример я покажу, когда переключусь на демонстрацию экрана. Третье, тогда, когда результат это не набранные баллы или проценты. Ну, и пример я с помощью тренажера уже расшифровал это. Четвертое, очень любопытное. По идее, Tin Can не требует вообще LMS. То есть LMS как категория продуктов, по крайней мере, так думалось в начале внедрения технологий, LMS как категория продуктов вообще может не существовать, там, сойти на нет. Ну, слава богу, что этого не получается по-настоящему. Да? Помните, наверняка кто-то из вас помнит историю с появлением кинематографа и опасениями того, что театр исчезнет навсегда с появлением кинематографа. Этого не произошло. Также пока что, слава богу, не происходит и с системами управления обучением. Ну и пятая такая синтетическая категория, синергетическое. Это, конечно же, мобильное обучение, потому что мобильное устройство на текущий момент времени в себе объединяют совокупность всех четырех предыдущих пунктов. И используются они тогда, когда нет интернета. И много там всяких разных интересных вещей, типа тренажеров, можно отрабатывать какие-то навыки, да. И ЛМС как бы вроде не нужно. Вот такие особенности есть у технологии, наверняка есть еще, можно назвать еще и другие, но вот то, что следует из моей практики конкретно, на что мы обращаем внимание в своей деятельности там, при создании электронных учебных курсов или тренажеров, вот здесь я попытался обобщить и реализовать. Ну, давайте посмотрим на примеры. Значит, первый пример, я сначала вот покажу вам, как это выглядит. Примерчик 1. У нас ряд заказчиков есть, для которых игровые компоненты или тренажерные компоненты в их деятельности при обучении достаточно важны. Вот у меня в руках планшет. Сейчас попробую вот так вот к камере подъехать. Вы должны видеть ту же самую картинку, что на слайде. Да, вот она. Это на самом деле тренажер. Тренажер как бы хорошего тона, условно подвинемся. Да? Где в рамках которого есть два действующих персонажа, ну я третий, да, в данном случае на экранчике, и моя задача действовать от одного из них, тут как диалог такой, да, разговорный, нажмем там, выберем какой-нибудь пунктик, перейдем, соответственно, к другому, там, следующему, да, вопросу, который появляется, ну, некий сценарий я реализую. Это диалоговый тренажер, но с тем же успехом это мог быть любой другой, там, где есть сценарий. Не буду вас мучить вот видом планшета, тем более с отсветкой, да, от окна, которое находится напротив. Давайте я попробую переключить, пока, надеюсь, мне поверите, я переключусь и попробую показать это из окна браузера своего. Так. Секундочку, экран один, да? Надеюсь, что видно, да, окно браузера. Итак, вот этот же тренажер, он загружен откуда-то из интернета, но и мы здесь с вами можем что-то делать, да? Играя за того или иного сотрудника в данном случае. Но что это для нас означает? Ведь, ну, например, когда мы с вами проходим какое-нибудь тестирование на психотипы, мы же не получаем оценки там, двойки, тройки, четверки за то, что вы сангвиник или холерик. Да? Просто вот определяется свойства вашей личности какие-то. Похожие процессы происходят и тогда, когда мы, например, проводим оценку по компетенциям. Ну, на сегодняшний момент времени и в ФАВГОСы, да, включено понятие компетенций. Соответственно, в данном случае, поскольку мы оцениваем деятельность сотрудника, то вот есть некий набор компетенций, которые оцениваются в зависимости от того, каким образом этот сотрудник играет вот в эту маленькую игрушку, ну, игрушка в кавычках, конечно, да, это тренажер. Какие? Клиентоориентированность, стрессоустойчивость и знание продукта, который там продается на этой кассе. И перед вами, вы можете, мы с вами, вернее, сейчас в данном случае видим график развития этих трех базовых компетенций у конкретного сотрудника. Вот зелененькие столбцы это показывают. Значит, соответственно, клиентоориентированность высокая, по результатам предыдущей игры в данном случае. Стрессоустойчивость в норме, фиолетовый столбец показывает норму, как бы, да, в какой степени должна быть выражена для данного работника. Ну, и знание продукта тоже там как бы в норме, уже нижнее куда. А вот что любопытно, что эта LMS-система, она расположена совсем на другом адресе, не там, где находится тренажер, потому что если я установил тренажер на планшет, понятно, что это не SCORM пакет, и он установлен как приложение на планшет, в данном случае это был iOS, iPad, да? А в LMS-систему, тем не менее, с этого iPad, из приложения, которое установлено на iPad, нужно передать результаты. Ну, давайте доиграем здесь в данном случае этот тренажер. Я случайным образом, да, тут на что-то нажимаю. Давайте дадим. Вот как раз те три компетенции, о которых мы говорили. Эти клиентоориентированность у меня теперь по нулям, стрессоустойчивость у меня теперь высокая. И нажимая на кнопочку «Отправить результаты», вот эти учебные результаты не оценки, да, не степени прохождения, а конкретные учебные результаты по компетенциям отправляются на сервер по как раз спецификации Tin Can. И вы видите, что теперь в моем профиле, в моем портфолио, которое зарегистрировано на сервере, там, где находится LRS-система и LMS, система управления обучением, вот под названием в данном случае eLearning Server 4G, изменился набор компетенций, которые соотносятся со мной. Почему? Потому что я вот как-то по-другому вел диалог, да, с клиентом. Клиентоориентированность у меня оказалась, ну, правда, совершенно случайно вообще по нулям. Я вообще не клиентоориентирован. Стрессоустойчивость в норме, а знание продукта у меня теперь высокое по отношению к тому, что было раньше. Вот это пример того, как мы, используя, с одной стороны, тренажер, а с другой стороны, передаем результаты активности учебной не в виде процента прохождения или там скалярной оценки, а в виде некого вектора, который связан с какими-то конкретными параметрами, ну, в данном случае, моих умений, навыков или типа там, личности, психотипа личности в систему управления обучением, мы в данном случае в портфолио. Это пример номер один. Давайте вернемся к нашей презентации. Примерчик номер два. Пример номер два – это учебные курсы, безусловно. Учебные курсы в каком-то смысле, да, Tin Can и SCORM это не противоречивые стандарты. То есть нельзя сказать, что Tin Can там заменяет SCORM. Он действительно в определенной степени в той части, которая касается передачи учебных результатов, ну, дублирует, что ли, функции SCORM. Но, как вы уже поняли из предыдущего примера, делает это заметно по-другому, да? То есть применим он там, где применить SCORM нельзя. Я не мог сделать приложение на iPad в виде SCORM пакета, установить его там, а не запускать из LMS-системы и, соответственно, передавать результаты там, в какое-то другое место, не туда, откуда был загружен SCORM пакет. То же самое на самом деле и с курсами. Ну, с курсами просто проще, потому что вы можете оформить курс, извините, в виде SCORM пакета, добавив к курсу как раз спецификацию Tin Can, для того, чтобы этот курс мог работать самостоятельно. То есть вы его можете оформить, например, в виде приложения под Android, который будет устанавливаться точно так же на телефон. Сейчас я вам могу показать на телефоне, но просто в телефоне совсем мелковато видно. Такой, это как бы тоже на самом деле телефон, только большой, да, вот у меня тут курсик, по-моему, в предыдущий раз я показывал нечто похожее. Фрагмент курса по химии, где какие-то эксперименты, И исходя из ответа на тестовые вопросы, сейчас найдем какой-нибудь тест здесь, ну вот, тестовый вопрос, да. Тоже могу нажать на какие-то кнопочки и отправить результаты и обычные, и стандартные в курс. Но могу сделать больше. Например, взять, секунду, да, взять и сфотографировать в рамках эксперимента, например, себя же. Тут кнопочка фотографирования. Если бы я делал эксперимент, понятно, что я бы, наверное, ну, себя не получилось, тут какие-то кабели я сфотографировал. Но точно так же я с этого мобильного устройства передаю результаты обучения, ну, в данном случае фотографию, а это уж совсем даже не скаляр, да, и вообще не оценка, передаю непосредственно в LMS-систему или в ЛРС. Ну, вот, не стал вам показывать, как нажимал на кнопочки, но поверьте, да, в курсе уже этот рисуночек появился, вот он здесь, его уже видно, да, что я там что-то сфотографировал. И, соответственно, этот результат может быть оценен непосредственно преподавателем в ходе при работе с LMS-системой или с LRS-системой, как вам угодно. Но оценен, еще раз подчеркну, не конкретный процент прохождения теста, да, а вот как раз те действия, я мог с тем же успехом видео, например, да, отослать, как раз то видео или ту фотографию, которую я передал как некий учебный результат. Все это тоже делается через спецификацию Tin Can. Вот два маленьких таких примера. Сейчас, извините, переключился. Ну и теперь мы можем посмотреть, как такого рода курсы делаются с помощью программного обеспечения. Программное обеспечение под названием «Я автор». Здесь на слайде есть ссылочка, где вы можете его бесплатно скачать на там, некий срок ознакомления. Ну и для тех, кому любопытно, здесь же есть ссылочка, по которой вы можете посмотреть записи вебинаров по поводу того, как работать с этой программой, если вам это любопытно. Опять переключусь тогда на демонстрацию экрана. Надеюсь, она началась. И попробуем запустить, ну, вернее, я уже запустил вот, как бы, это программное обеспечение, в котором мы можем с вами сделать небольшой учебный курс. Ну, понятно, что мы не будем его делать комплектным. Покажу кратко, буквально там несколько действий сделаем, чтобы вы увидели, что это в принципе программа для создания учебных курсов. И рассмотрим, как настроить параметры самого Tin Can. Итак, в качестве заготовки у меня есть там какой-то кусочек маленькой методички. Ну, он может быть большой, маленький, ну, в данном случае методичка про Я автор же. Я, значит, использую это в качестве исходного материала, выделю текст, перенесу его в раздел моего учебного курса. Вот он, да, здесь появился. Разобью этот текст по заголовкам, ну или по каким-то другим критериям, ну в данном случае по заголовкам первого уровня на несколько компонентов, ну вот здесь у меня три, да, там возможности, что-то еще, ну можно там возможности тут тоже детализировать, например, перенести в какую-то там другую часть. По заголовкам второго уровня можно разбить, да, вот появился. Это вот наши странички нашего учебного курса. Могу добавить сюда мультимедийные данные, как вот в предыдущем случае с телефоном мы видели, там, например, там видео с YouTube подгруженное. Можно сформировать какие-то контрольные вопросы, ну или вопросы теста. Вот, ну, к примеру, из этого фрагмента я автоматически сформирую, рассматриваемый вопрос добавим, сформирую какой-нибудь тестик. добавили, да, сюда вопрос номер 1 с нашими ответами. И могу также сформировать, прошу прощения, толковый словарь, если это необходимо. В глоссарии, да, мы что-то добавили. В принципе, это основные действия при создании учебного курса. Теперь, по идее, я мог бы его опубликовать. Но перед тем, как опубликовать, то есть отторгнуть от этого программного обеспечения и выбрать форму этой публикации, а еще раз подчеркну, это может быть, например, АПК-шный архив для того, чтобы вы могли этот курс установить под Android на мобильное устройство. Или это какой-то .exe-файл, да, или это HTML-странички, которые вы выложите на сайте, или это SCORM-пакет, который вы загрузите в LMS-систему, но хотели бы, чтобы он поддерживал также Tin Can. Перед этим я установлю набор параметров для спецификации Tin Can. Ну, какие из них нужны, какие требуется определить. В основном это параметры связаны с LRS-хранилищем. То есть для того, чтобы этот курс не просто обрабатывался в LRS-хранилище, но еще и распознавались данные, то есть куда приходят результаты, по какому адресу они должны отправляться, мне необходимо определить ряд параметров. Первое – это адрес моей электронной почты, да, это фактически это идентификация владельца результатов этого обучения. Второе, не результатов, извините, определение прав доступа, да, к анализу результатов. Второе, это то, собственно говоря, куда отправляются эти данные. Ну, в данном случае это LRS, которая расположена у нас, значит, Tin Can на гиперметод.com. Но с тем же успехом можно использовать любое другое доступное для вас LRS-хранилище. Например, это Cloud, может быть, Cloud Tin Can. Далее параметр, который определяет права доступа туда, да, соответственно, вот пользователь, логин и пароль для доступа в LRS-хранилище. И далее в конце три параметра, определяющие то, каким способом будут распознаваться пользователи, которые используют вашу или наш с вами в данном случае учебный курс. То есть, что это означает? Когда человек скачает обычный курс не из LMS, а в LMS просто он предварительно авторизован. Например, вы дали просто FTP-ссылку для скачивания учебного курса. Он попал к пользователю на компьютер или был установлен как приложение на телефоне. Понятно, что никакой авторизации в учебном курсе нет. Да, это свойство, которое обычно соотносится с LMS-системой, системой дистанционного обучения. Поэтому в момент, когда данные отправляются, по крайней мере в этот момент времени, необходимо определить, а чьи же это данные, сдавал это Коля, Вася или Петя. И вот три этих параметра в данном случае, они определяют способ идентификации пользователя. То есть человек может быть зарегистрирован в системе аутентификации Google или Facebook, или у нас же на нашем сервере, и тогда в этом случае, выбрав тот или иной способ, то через что происходит идентификация пользователя, система, та часть системы Tin Can, которая отвечает за идентификацию, предложит пользователю указать свои учетные данные. Опять же, в Google, например, да, или в Facebook, или в любой другой системе, которая здесь перечислена. И данные уже пойдут в привязке к конкретному слушателю, который проходил обучение. А в LRS-системе они уже будут представлены именно в привязке к конкретному пользователю. Вот, коллеги, таким способом происходит все, в принципе, больше ничего не надо. И все, что мы делаем по, собственно говоря, самой содержательной разработке курса или оформлению его, никак и вообще не связано с Tin Can. После того, как мы опубликуем этот курс учебный в виде, повторюсь, либо HTML-публикации, либо приложения АПК-шного для Android, либо там в виде SCORM-пакета, или там в виде .exe-файла, эти данные по результатам обучения будут приходить в то ЛРС-хранилище, которое мы с вами выбрали в настройках, и через ту систему аутентификации, подтверждения, чьи конкретно эти результаты, которые выберет пользователь, да, при работе с учебным материалом. Вот, коллеги, в общем-то, и все, что я хотел рассказать касаемо Tin Can, и готов, наверное, ответить на ваши вопросы в рамках нашего достаточно быстро, да, это у меня не получилось обычно, что-то как-то сегодня как-то быстро, видимо, весна. Ну, перед тем, как отвечать на вопросы, я попрошу вас тоже ответить на вопрос. Вот, к примеру, вот такой. Вы, как преподаватели, как авторы, разработчики учебных курсов, пожалуйста, отметьте какие-то варианты, которые, если вам не трудно, которые вы хотели бы применять в организации электронного обучения у себя. Хотели бы использовать мобильные устройства, хотели бы использовать, возможно, тренажеры в рамках курсов, которые тренажеры, лабораторные работы, да, потому что все это все практики, да, такие, которые достаточно трудно просто в обычных учебных курсах сделать. И ваши слушатели всегда ли в процессе обучения имеют доступ в интернет? В зависимости от ответов на эти вопросы, наверное, и будет понятно, насколько тема Tin Can вам близка с технической точки зрения. Забыл нажать кнопочку и допустить опрос, поэтому прошу прощения за маленькую паузу. Да, надеюсь, да, вы можете написать свой ответ, буду признателен, да, возможно, какие-то еще активности, про которые мы не поговорили или не упомянули. Вот. Ну, подождем пару минуточек, да, пока вы голосуете, и параллельно можно, наверное, задавать вопросы на вкладке «Вопросы». Давайте еще минуточку подождем, да, пока коллеги думают, и ну, видимо, по всей мере все, да, те, кто захотел, проголосовали. Давайте закроем остановим опрос. Ну, как видно, да, вы можете выбрать более одного варианта, да, если такой вопрос. Угу. Ну вот, кстати говоря, для меня любопытно, что тема тренажеров, да, для многих оказалась актуальной, потому что да, чаще всего это все-таки какие-то учебные курсы, да, там простые или сложные разрабатываем. Оказывается, вот для многих тема тренажеров действительно близка. Хорошо, большое вам спасибо за голосование. Я закрываю опрос. Ну и на следующем слайде примерно то, что я вам показал вживую, ну, поскольку многие из вас, наверное, скачают презентацию, просто показываю, да, какие там подробнее, какие параметры были введены для того, чтобы курс мог работать в данном случае как курс, работающий под спецификацией Tin Can, вот эти основные параметры и группы. Коллеги, спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что хоть какая-то малая толика пользы в нашем с вами 45-минутном формате общения была. И теперь вас не будут пугать консервными банками электронного обучения. Используйте. Найти литературу достаточно просто, ее очень много, поэтому даже трудно выделить. Все основные средства разработки электронных курсов и основные группы систем электронного обучения на текущий момент времени эту спецификацию поддерживают. Используйте ее тогда, когда это необходимо. Тема тренажеров, да, как выяснилось, она достаточно актуальна, поэтому да, это вполне пригодно и употребимо. Единственное, что остается только сделать тренажеры. Вот. Спасибо вам большое. Если что, есть адрес моей электронной почты. Если необходимы какие-то примеры или дополнительные консультации, я с удовольствием постараюсь вам помочь. Всего доброго. Коллеги, я со своей стороны тоже, перед тем, как с вами проститься, хотел бы напомнить, что можете зарегистрироваться на все наши будущие вебинары по ссылке, которая приведена в самом начале чата, включая и все последующие вебинары Дмитрия, которые будут проводиться примерно раз в месяц, примерно в середине месяца, в апреле, мае и июне тоже пройдут вебинары Дмитрия Кречмана и Гиперметода, и я вас приглашаю на них тоже. А сейчас я благодарю всех, кто пришел на наш вебинар, а вдвойне благодарю Дмитрия за то, что прочел такой интересный и глубокий сегодня вебинар. Жаль, что не было вопросов, но, видимо, это связано больше с глубиной темы. Не сразу она, скажем так, доходит, да. Тем не менее, я с большим удовольствием прослушал этот вебинар как специалист данной области и хотел бы от Дмитрия таких же глубоких вебинаров впоследствии. Спасибо, коллеги, еще раз.